Ребята, всем большой привет, с вами Раиль, и добро пожаловать в хижину музыканта. Сегодня разберем песню «Уголек» артиста LX24. Песня очень душевная, но и грустная в то же время. Я думаю, эта песня станет такой же спустя какое-то время, как и песня «Половинку себя», которую будут исполнять у костра. Так что, друзья, готовьтесь заранее, сегодня выучим эту песню и будем петь у костра. По традиции слушаем сначала мой кавер на эту песню, а потом приступаем к разбору. Поехали! Ребята, хотел бы напомнить вам, что частенько спрашиваете аккорды и тексты песни в одном месте где-то на сайте. Да, напомню, у меня в описании под видео под каждым разбором есть ссылка на мой сайт, где расположен текст песни и аккорды. То есть открываете, сразу смотрите и играете, не прерываясь на различные мелочи. А что касается вот аккордов и текстов песен, частенько приходится искать в интернете, но я нашел прикольное приложение, которое называется Guitar Glee. Это песенник и аккорды для гитары, которые можно скачать в iTunes для iPhone или для iPad. Что мне больше всего понравилось, это то, что в этом приложении просто огромное количество песен. Если не ошибусь, где-то 20 тысяч песен. То есть приложение довольно мощное, хорошо над ней поработали. Здесь есть топы русских и иностранных песен, а также подразделение под названием категории, где есть песни под разную тематику, армейские, дворовые, из мультфильмов. Из приятностей хотелось бы отметить, что здесь есть ежедневная мотивация для гитаристов, советы по игре на гитаре, ежедневная смена фона под песни, а также автопрокрутка, ребята. Что круто, не нужно останавливаться и крутить пальцем самому. Дизайн приложения очень вкусный, приятный, аккуратный. Сам попользовался и остался доволен. Ссылку на эту программу оставлю в описании под видео. Скачивайте, друзья. Посмотрим аккорды, основную гитару, вокал, а потом вторую гитару и все соляки, которые я исполнял. Тут всего 4 аккорда. Аккорд ДМ, аккорд ЕМ, аккорд АМ и аккорд F. Тональность песни ля минор. Основная гитара играет перебор, восьмерку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дергаем бас, третья, вторая, третья, первая.
третья, вторая, третья. Все через третью струну идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На аккорде ДМ дергаем четвертую струну. Аккорд ЕМ дергаем шестую. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд АМ пятая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Еще раз, но за вторым разом можешь дернуть ниже стоящую струну. Четвертую, четвертая, третья, вторая, третья, первая. Еще раз повторяется. А потом уже аккорд F. Проводка. То есть аккорд F тоже шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд E, M, шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд AM, пятая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. И проводка вниз. Начинается припев. Давайте попробуем спеть. Тут петь практически и не нужно. Бубним себе. Что в голосе звучит? Три ноты. Первое это ре, четвертое открытое. Потом до, пятое на третьем ладу. Га. И второй лад. Си нота. Получается. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Потом си, 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 до. Потом ля, то есть си, ля, открытая пятая. И все, поете. То есть, чтобы попасть в тон, нужно попробовать сначала отдельно спеть ноту ре. Ре. Попали. Если что-то звучит. Найдите ее, спуститесь или поднимите. Поднимитесь голосом. То есть, дальше нота до. Дальше нота до. До. Си, си, до, до, си. Пробуем петь. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Уже пошел припев. Смотрим припев. Опа, друзья, я вот уже сходил, штаны себе напялил, а то вы смотрите на мои подштанники. А я даже и не заметил. Чтобы как-то более брутально и сексуально выглядеть, джинсики в самый раз. Продолжим. Смотрим дальше. На аккорде АМ делаем проводку, как я напоминаю вам. Как я уже сказал. И начинаем тут же за такт петь, чтобы на ДМ начать припев. То есть... Осенний какой же бой? Бой распространенный самый, девяточка. По количеству ударов, друзья, не называйте там, ой, что за новый бой. Смотрите. Вот такой вот бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Конец оставляйте. Можно без вниз, вверх и вниз, вверх. То есть раз, два, три, четыре, пять. Потом шесть, семь, восемь. Вставляем, то есть можно не считать. В конце это переход только. Без вниз-вверх играем. Чтобы вы поняли. Повторите, друзья, за мной прямо сейчас. Ставьте на паузу и играйте. Полный бой делится на аккорде ДМ и ЕМ пополам. Понятно, да?
попробуйте, друзья. Друзья, попробуем спеть. А что в голосе поется? В голосе поется то же самое, что я играл на гитаре в кавер в самом начале. То есть... Вот такие ноты. То есть, какие ноты? Третья струна на втором ладу, ля, потом вторая струна на пятом ладу, на третьем, третья струна на пятом ладу, на четвертом, потом снова третий лад второй струны и пятый лад третьей струны. Потом еще раз. Соль, ля. Третья открыта и на этом. Пробуйте петь, то есть, пробуйте петь с этой мелодией. Осенний туман в твоих глазах. Дальше. Развеял обман и сердце в прах. И все. Это уже под аккорды. То есть саэмо начинаем. Осенний туман в твоих глазах. Аем. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Концовку нашего боя делать нужно. То есть вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И полноценный бой пошел. Осенний туман в твои глаза развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль сложно, вот таким образом звучит припев. Как видели, здесь F немного в другом месте вступает. Тут DM, EM, F. Потом заканчиваем DM, EM, AM. В конце. Я думаю, не грех еще раз повторить припев, потому что он очень важен. Поехали, саэм. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа под пожар. Кстати, когда вверх уходим, в третьей строчке нужно играть ля, соль, фа, ми, ре. То есть третья струна на втором ладу, первая струна на третьем ладу, на первом открытая, вторая струна на третьем ладу. Да. И все дальше, как обычно. Как обычно уж. Немного интима, друзья, добавил, а именно лампового света, чтобы было комфортнее и приятнее заниматься с вами. Дальше у нас идет соляк. Ну, проигрыш. Здесь что нам играть? Мы перебором играем такие вот аккорды. Кстати, они и в самом начале песни, когда мы соляк будем играть, звучат. И в самом конце еще, где вот это соло звучит, тоже надо играть. Те же самые аккорды, проигрышные называются. Аккорд ДМ, перебор, восьмерка, ЕМ, АМ, F, EM, AM. Два раза. То есть эта концовка куплета у нас используется в проигрыше. Здесь играется соляк. Его мы уже сейчас вот практически посмотрим. Сейчас закончим только с разбором первой гитары. Начинается второй куплет. Ничего не поменялось у первой гитары. То есть она также играет перебор. Все аккорды видите в углу наверху, в каком порядке играть. Ну и просто слова поменялись. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет. Ушла из моей
и все, в принципе, дальше идет припев, все, вы знаете, копии повторяются, как и первый и второй куплет. Первая гитара ничем не отличается, в конце еще играется, играете проигрыш, когда играется соло на второй гитаре. На второй гитаре вы играете вот эти аккорды проигрышные и замедляете. Ничего сложного у первой гитары нету. Задача одна у него — просто петь красиво. Кстати, эту песню круто сыграть на две гитары, так что быстрее ищите себе напарника и исполняйте эту песню. Классно звучит две гитары, в одну как-то чуть-чуть бедновато. В этом бою нашем припевном. Выделяйте второй удар, как я, то есть... Понятно, да? Второй, то есть вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз. Что я в конце делал еще, это разнообразил между этими ударами вниз двумя первыми. Я еще вставляю вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. То есть не просто... большего эффекта в конце для набора, то есть для кульминации. Выделяете вот эти удары и вниз-вверх-вниз-вверх все время играю. Вот и все, разбираем вторую гитару. А вы думали, Раиль вас кинет, да? Нет, друзья, я вас научу играть вот этот соляк, в отличие от других людей, которые вас могли просто аккордом научить. Так что подписывайтесь на Хижину Музыканта, только здесь вас научат качественно играть полностью песню со всеми нужными партиями. Кстати, на экране видите ссылку на Инстаграм, подпишитесь, друзья. Там я выпускаю очень интересные материалы, видюшки тоже, которые не попадают на YouTube. И фотографии, конечно же. Всех вас жду, давайте, подписывайтесь. Начинается песня с соляка. Вообще начинает первая гитара сама сначала. И тут только вступает вторая гитара. Эту партию мы уже рассмотрели. Третья струна на втором ладу. Вторая на пятом, на третьем ладу. Третья на пятом ладу, на четвертом. Потом вторая струна на третьем ладу. Третья на пятом. Остановка. Потом еще раз. Потом третья на пятом, на четвертом ладу. Потом открытая треть и на втором ладу. И все, пошел как бы куплет. Потом. Все. Дальше идет куплет. Здесь вторая гитара играет перебор, но немножко другой он. Спуски вниз делаем и останавливаемся на первой струне. То есть бас 3, 2, 1, 2, 3. Еще раз. Бас 3, 2, 1, 2, 3. ЕМ. Шестая, треть, вторая, первая, вторая, третья. АМ. Пятая, треть, вторая, первая, вторая, третья. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Еще раз. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья, первая. Пятая, хотел сказать. Дальше вот только меняем. Те же аккорды берем уже при помощи баре. Если хотите, можете также продолжать. Я играю тут ДМ на пятом ладу. ЕМ. Я ЕМ, а потом еще F здесь на восьмом ладу. То есть получается какой перебор тут? ДМ берем, дергаем четвертую и первую струну вместе, потом вторую, третью, первую, вторую, третью, первую, вторую, третью. То есть несколько раз нужно. В конце не 1, 2, 3, 1, 2 только делаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
самое на ЕМ. АМ. Два раза повторяю, кстати. Потом идет аккорд F и то же самое играем. То есть первую и четвертую струну вместе дергаем. На нем сидим дольше, два раза нужно сыграть. Потом опять D. E. AM. Проводка вниз, как и у первой гитары партии. Припев пошел. Во время припева вторая гитара играет обычный перебор первой партии. От первой гитары, то есть восьмерку. Только бас дергает четвертую струну, а не шестую и не пятую. Все время четвертая, третья. Ну вы знаете этот перебор. На экране видите, да? Целиком проигрывать, и соляк потом начинается после припева. То есть на второй струне дергаем, зажимаем восьмой лад на второй струне, и на десятом его дергаем. Потом 10, 10, 8, 10 сыграть нужно. Потом дальше десятую дергаем на второй струне, потом первая струна на 12-м ладу, потом на 10-м ладу. И опять 10, 10, 8, 10 на второй струне. Получается. Еще раз. Уже поймете, как играть, когда прослушаете еще раз мой кавер, там все понятно. Во втором куплете вторая гитара играет уже соляки. Вторая струна слайд с первого лада на третий. Там, как начали петь, то есть... Как начался куплет, сразу делаем слайд, то есть... Трин. Да, держим, а потом играем. То есть, пятый лад и третий. Сыграть 5-5-5-3-5-5. Потом первая струна, третий лад, пятый лад. Нужно поиграться и остановиться на пятом ладу. Седьмой лад, восьмой лад. Зажимаем вторую струну на десятом ладу, а первую на двенадцатом. И играем первая, вторая, первая, первая, вторая. И снова первая. Сразу играем потом на первой струне 12-е, хаммер-он на 13-й лад, пулов срываем, потом на 10-м ладу, потом вторая струна на 13-м ладу. Так нужно сыграть, то есть первая струна на 10-м ладу, вторая на 13-м, на 12-м, два раза на 13-м. Дальше первая струна 8-10-й лад с фаршлагом. То есть 8, 10, 8, 10, 8. То есть получается хаммер-он и пул-офф нужно использовать. 7 лад. Вторая струна на 8 ладу. Слайд на 10 лад. Вот и все. В конце играем ту же партию, которая звучала в начале. Только не здесь низко, а вот здесь высоко. Кстати, я там в начале играл и вот это два раза, чтобы более мощно звучало. Играем вторую струну на 10-м ладу, первая на 12-м, на 10-м, вторая на 13-м. И снова на 10-м ладу, первая, 13-й, 12-й лад, первая струна на 10-м, потом вторая на 13-м.
вторая на шестом ладу, на пятом первая, снова на шестом вторая, на восьмом, потом слайд с шестого на восьмого, шестой и пятый лад. И все. Друзья, к сожалению, на этом наш данный разбор уже подошел к концу. Спасибо, что посмотрели этот ролик со мной. Надеюсь, у вас получилось разучить эту душевную замечательную песню. И вы будете ее петь у костра. Свои пожелания, проблемки, все пишите в комментариях под видео, под этим. Я их прочитаю обязательно. Я очень частенько отвечаю на все ваши сообщения. Если есть вопросы, тоже задавайте. На них я отвечаю. Ставьте лайк, если понравился разбор, друзья. И давайте поставим такое условие. Пока не наберем 1000 лайков под этим видео, на артиста LX24 больше не будет ни разборов, ни каверов. Ну, кавер, возможно, сделаю, а разборов точно не будет, друзья. Если хотите, чтобы что-нибудь еще разобрали, ставьте лайк. И если просто понравился разбор, ставьте лайк, чего вы жалеете, все равно это бесплатно. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта. Только в Хижине Музыканта вы найдете самые топовые песни в разборе, а также каверы в моем исполнении. Всем до скорых встреч. Пока.